Подготовка к Новому году – одна из основных тем практически на каждом совещании в администрации. Юрий Поляков поставил задачу – курорт должен быть украшен, и у анапчан, и у гостей нашего города должно быть праздничное настроение. И, казалось бы, кому в голову может прийти испортить торжество? Да вот только находятся отдельные экземпляры, которым, видимо, кажется, этот праздник устраивает исключительно для них. Стремимся, да, к Новому году стараемся хорошо что-то делать. Вот эту светящуюся арку сделали, чтобы жителям хорошо было. Ну вот сейчас мне фотографию, а присылают подаркой, стоит машина, да, в Инстаграм, оказывается, выложили, да? Ну скажите, ну что это за люди, а? Одна лошадь привела туда, начала фотографироваться с лошадью. Стоят тумбы, да, там вот такой проезд между ними, и он проехал туда. Он проехал туда, стал подарку. Для чего, Владимир Владимирович? Наказать. И, пожалуйста, скажите, кто это? Я озвучу это по телевидению всем. Это вообще хамство беспредельное. Мы говорим о безопасности. Как он мог проехать? Сейчас поставим третью тумбу туда. Ничего сами не сделают, но испохабить, испортить, это, пожалуйста, это мы можем.